Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости моего канала. Хочу поделиться с вами информацией, как привлечь в свою жизнь денежный поток и приготовить своими руками личный талисман на удачу и финансы. Делается такой талисман своими руками, делается именно под себя. Ни в коем случае нельзя делать талисман для кого-то, так как вы вкладываете свою энергию. Для изготовления необходим грецкий орех. Старайтесь выбрать красивый орешек без червоточин. Аккуратно расколоть орех, вынуть ядро, внутрь орешка положить монетку золотого цвета и кусочек лаврового листа. Орешек можно склеить клеем или скотчем. Положить орешек нужно в сумку и носить всегда с собой, и в скором времени вы заметите, как финансовое положение улучшается. Благодарю за просмотр, ваши лайки, комментарии и за то, что подписываетесь на мой канал. Всем, как всегда, добра и до скорых встреч!